Я деда видел. Какого? Нашего. А ты его позвал на помощь? Позовел. Его под автоматом. И он настоящий фашист. Лодка бы не помешала. Это добро через болото не пронесешь. Добро. Металлолом. Такой товар, скажешь тоже. Видишь это? Ее почистить, лачком покрыть. Сотку баксов за нее точно возьмешь. А вот за это еще 20 накинут. Не может быть. Кто за дырку платить будет? Люди, дед. Люди. Журналистом прикинулся. Вот жук, а. Тебе корки показать? А, у тебя этих корочек. А какая разница, кто я? Да. Может, прокурор, а может, бандит. Вот, скажем, нашел бандит клад. Что для него в таком случае самое важное? Чтобы никто о нем не знал. А ты знаешь. Отпусти я тебя. В органы побежишь? Как на моем месте в таком случае должен поступить бандит? Ну, со мной еще справиться надо. Да шучу я, Владленыч. Давай перекусим. Потом я отлучусь на часок, а ты отдохни. Вернусь, обследуем верхнюю часть острова. Нет, туда я не пойду. Как не пойдешь? А я тебя уговорю. Ты что делаешь? А если дым почуют? Кто? Ну, те, кого видел Мирон. Ты думаешь, их много? Ну, если они с прошлого туда. Да тише вы. Еще услышат. План у нас будет такой. Мы идем в то место, где Мирон видел фашистов. Мы должны обнаружить их раньше, чем они нас. Важно узнать, как этот человек попал на остров. По болоту или на лодке? А если окурок попал сюда иначе? Подумай, кому надо посмотреть на наше убежище, покурить и потащиться обратно? Тихо. А что мы здесь лежим? Давай вылазим. Это ж свои. Я тебе дам свои. Откуда ты знаешь? И все-таки как решим? Их двое. Видимо, Селенские. Тебя не видели? Нет. Окурок нашли. Обрадовались. Звали. Но я не стал показываться. Ага. Проверим тайник. Все на месте. Я тут прикинул, им лет по 12 будет. Это уже большевистские выкормыши. Натасканы, небось, как собаки. Пионеры. Вернуться, рассказать, что курят, видели. А местные селяне вряд ли папиросы курят. Значит, что? Чужаки. А народ здесь осторожный, граница рядом. Надо найти этих пионеров. А чего их искать? Сами прибегут. Не отзываются. Не может быть, чтобы они выстрела не слышали.
Слушай, может, ну их. Они нас не видели. Заберем товары домой. Нас к утру ждут. За мной умник. Это самый наш надежный тайник. И что? Что-что? Пионеры не должны добраться до людей. Понятно? Понятно. Нужно вернуться, убрать слапник и угли закопать, чтобы никаких наших следов не осталось. Поздно. Они уже туда пошли. А там один из них уже был. Динамит. Вот это да. Это диверсанты. Нужно перепрятать его. Нет времени. Витька, Витька, ты что делаешь? Спокойно. Витька! Витька! Вот так. Первая пошла. Козликин, тревожную ракету на заставу. Наша лодка. Смотри, в ней что-то лежит. Оружие. Что будем делать? Поплывем домой? Ага. А деда здесь оставим? Давай пока притопим лодку. А весла спрячем. Вряд ли привидение будет искать старое оружие. Значит, это бандит. Надо спасать деда. Тише. Дяденька, не надо! Дяденька, лежать не их! Надо! Дядя! Дай сюда, гаденыш! Глаз с него не спускай, понял? Держи. Че с ними возиться, а? Ты что, тайника хочешь? Тебе что, болота мало? Понял. Что с ним? Иди посмотри. Ладно. Что с ним? А? Мирон, скорее за мной! Буду! А ну стоять, пионеры! Стрелять буду! Что это такое было? Ты видел? Ничего не понимаю. Черт с ними. Пошли. Да нельзя туда ходить, там пан шутки шутит. Слушай, дед, я, по-твоему, похож на ребенка? Что ты мне байки травишь? Пан шутит. Люди,
Пропадали? И много пропало. Ну, нас Бог миловал, а в старину было. В старину, дед. Шило на мыло меняли. Да что за шутки с ножом? Правильно. Ты моих шуток бойся, а не пана своего, козлоногого. Давай, пошел, Шнель. Да этот порежет нас, как цыплят. А если я скажу ему, что стыдно пожилых обижать? Ты что? Это же бандит. Вот что, будем идти следом и выжидать момент. Как только этот отвернется, мы сразу деда за руку и в кусты. Побежим к лодке, выкинем все железяки и поплывем себе, как план. Вперед! Давай, веди, где немцы стояли. Были же у них блиндажи, укрытия какие? Или что там еще? Так это в гору надо. И зачем дело стало? Так иди вперед. Я за тобой. Да что это? Илья, куда они делись? Я понял. И знаю, что случилось с Витькой и Мироном. Стой, подожди, а то сам еще исчезнешь. Я чего-то не пойму. Мы кого спасаем? Мы деда спасаем. Ты, Илья, ему чужой, поэтому можешь остаться. А мы с братом пойдем. Ты хоть знаешь, что там? Там мой дед. Если боитесь, я одна пойду. Отпусти. Между прочим, я своих друзей не бросаю. Но ведь дед говорил, что здесь никто не живет. Откуда же... Это да. Вы буржуи? Да видно же. Контра. Кто? Нет, мы такие же хлопцы, как и вы. А чего одеты, как борчуки? Вон какие на вас шмотки. Какие такие? Теперь все так одеваются. Значит, мировая революция победила? От буржуев и духу не осталось? Здорово. Да, буржуев нет. Это факт. Правда, олигархи появились. А это кто такие? Откуда взялись? Вы же коммунизм уже построили? Ну, не совсем. Я вас узнаю. Ты Виктор, а ты Мирон? Откуда? Про вас книгу написал. Хороший писатель, Янка Мавр. Давайте знакомиться. Витя. Илья. Мирон. Мирон. Тёзки. Выходит так. Этот пан нарочно заманил вас. Я тоже так думаю. Сперва он пропустил старика с каким-то парнем. Старик дед мой. Пан знал, что вы за дедом пойдете. А когда не появились, он хватит и в замок. Мы видели. Подожди. Как это хватит? Он чудодей. Все может. Он стоит рядом с тобой, а потом раз и нет его. Он уже за 100 метров от тебя. Его слушаться надо. Мы от него много раз домой сбежать пытались. А он из-за этого в подземелье сажал. Чуть с голоду не поумирали. Кажется, теперь мы влипли по-настоящему.
Прости, Господь, проходит миг оборванной струной. Прости за страх, за скорбный лик, беда тому виной. Прости за пагубность надежд, прости меня, прошу. И отец-то след, всего лишь след, душе своей ношу. Прелестно. Прелестно. Где мой дед? Зачем я старалась? Никуда он не денется. Да и не в нем дело. А в том, что у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Спасибо. Даже юбилей. 900 лет. Ого, столько же ведь не живут. Живут, милая, живут. Ведь я чародей, кудесник, маг, колдун, чернокнижник и так далее, и так далее, и так далее. Вы меня к деду ведите, раз обещали. Не сбивай меня с мысли. Тебе дарят подарки на день рождения? А как же, конечно. А вот я сирота. И кто мне что подарит? Что, совсем некому? Некому. Нет у меня ни отца, ни матери. Никого нет. И вот я по случаю юбилея решил сам себя одарить. С этой стороны зайди, а с той выйди. Да не хочу я. Еще обратите в какую-нибудь кикимору. Как это не хочу? А деда увидеть хочешь? Здесь знаешь, какие подземелья? Лучше не знать. Иди, иди. Прелестно. Прелестно. Не будем ждать приглашения. Никто ко мне так нахально не стучал. У тебя будет много нарядов. Ты сможешь менять их каждый день. Как тебе акустика зала? Очень хорошая. Ты будешь петь в этом зале. Но я не могу без публики. Я твоя публика. Ты будешь петь для меня. То есть? Вы меня подарили себе как игрушку? Как куклу? Хоть вы и чародей, а совесть надо иметь. Кто это все-таки стучит? Сама знаешь. Зачем спрашивать? Стучат и стучат. Ну что за дети пошли? Никакого воспитания. Мало их пороли. Ваша милость, отпустите меня к ним. Зачем? Зачем тебе эти холопы? Ты же теперь принцесса. Ладно, не сержусь. Сегодня я добрый. А если я договорюсь с твоими друзьями,
останешься? Не спеши. Подумай. Подумай. Ну, как тебе? Класс. Она твоя. А рыбы тут не переловить. Что, не хочется расставаться с детством? Конечно. Взрослым жить скучно. А вот детство... Детство – это хорошо. Вот и славненько. А хочешь, я оставлю тебя в детстве навсегда? А это как? Вечно будешь мальчишкой. Чего тут непонятного? А сестренку увижу? Если останешься в замке, то конечно. А деда? Не имею ничего против. Тогда остаюсь. А знаешь, что я делаю с теми, кто меня обманывает? Нет, ваша милость. Лучше не знать. В земной жизни я прочитал все эти книги и постиг магию в совершенстве. Но когда пришло время умирать, как суждено всем смертным, я нашел путь и перешел в другое измерение, прихватив с собой замок и все свои владения. Ловко, а? Да, ваша милость, но уму непостижимо. О, милый отрок! Люди не знают, что они носят на своих плечах. А носят они разум, которому все постижимо. Все. Вот, к примеру, я достиг только третьей ступени магии, а всего их 7. Так что дерзай. Вперед и выше. А я люблю книги. Они твои. Твои. И времени у тебя будет достаточно. Ты можешь стать великим магом, кудесником, колдуном, провидцем. Это сила. А сила – это власть. Здорово. Мне нравится, что вы рассказываете, ваша милость. Ну что, ты согласен остаться в моем замке? И смогу повидать Юльку? Какие проблемы? Заметана? А почему вы говорите, как мальчишки с нашего двора? Стараюсь быть современным. Юлька! Юлька! Ой, ребята! Продолжаем свою тактику. Угу. Совсем соглашаемся. Должен быть момент, когда он потеряет бдительность. Уснет, например. И мы уходим. Пора. А помнишь, Мирон рассказывал, как он их в темницу кидал? Думаешь, не поверил? Он же маг. Вы не хотите увидеть деда? Прошу за мной. Что-то долго наши хлопцы. Да, играет с ним пан, как кот с мышками. Как бы не сглупили чего. А то еще в подвал посадят. И если уже не посадил. Ничего, пан на сбор пойдет, а мы все разузнаем. Да когда уже стемнеет?
Солнце не поторопишь. Оно и пана не слушается. Дедушка! Дедушка! Здравствуйте, Семен Владимирович. Деда, пошли с нами. Вы откуда здесь? Обалдеть. Не отбивайся от нас. Пойдем с нами. Вместе оно легче. На кой вы мне сдались? Не дури, парень. Золото к добру не ведет. Это что ж ты заботишься обо мне? А как же иначе? А ведь я избавиться от тебя хотел. Я же говорил, что это бандит. Не пойду. Зачем? Куда? Я, дед, открыл свою Трою. Сокровище Приама рядом с этим – карманные деньги. Скажи, ваша милость, это же правда? Все мое? Твое, твое. Пойдемте. Человек счастлив. Зачем мешать ему? Все эти богатства и стой, иной жизни. Я скопил их и забрал с собой, чтобы никому не достались. Ну и с... вредности в том числе, если честно признаться, сколько же их потом искали. Тогда зачем первому встречному отдали? Богатства нужны там, где продают и покупают. А тут-то оно зачем? Тут никто не думает о хлебе насущном. Тут что все золото, что этот... камушек. Одна цена. Что-то я ничего не понимаю. Где я? Что я? Коза моя недоена. Ну, дедушка. А? А тут ни у кого никаких забот. Пошли. Как вам мой костюм? Мне было всего 90, когда я сшил его. Как новенький, правда? Здесь ничто не ветшает. И никто не думает о еде. Ничего. Скоро я вам открою свою главную тайну. Пускай только солнце зайдет. Мил человек. Может, надо сказать хлопцу, что на золото он здесь даже краюхи хлеба не купит? Я не мил человек. Я ваша милость. Ваша милость. Не отвлекай меня пустяками, старик. Я готовлюсь к выступлению. Будет что-то вроде тронной речи. Хорошо, выкрутились, не бросил в темницу. Чего хорошего? Мы бы и сами их вывели. Сами там были, все ходы знаем. А теперь вот пан повел их до костра. Надо выручать хлопцев. Кто?
кто бы иначе думал. А как? Не знаю. Но выручать надо. Надо же, сколько вас тут скопилось. Кто только не приходил на нашу землю. Да не с миром. Веками кровушка лилась. Всю земельку нашу насквозь промочила. Покаялись хоть? Проходят годы и столетия. Время движется ровно и неуклонно, превращая в прах поколение за поколением, не щадя никого, ни самых достойных, ни самых непотребных, ни гениев, ни глупцов, ни грешных, ни праведных. Все, что приходит жить, Илья, иди сюда. Неизменно. Ой, а мы вас потеряли. Умирай. Ни за что не смотрите на огонь. Закрывайте глаза. И только над нами время не властно. Мы остаемся такими же, какими пришли на этот чудо-остров! Юля, Юлька, не смотри на... Отвернись, не смотри! Еще щек! Может, не хочется? И это потому, что у нас есть свое солнце, возникающее в ночи. Что ты, навеки остаться хочешь? Завяжите глаза. Дающее нам вечную жизнь. Ой. Тихо, Юля, тихо. Воскались, животворящий огонь! И наполни наши тела жажду утоляющей и плоть насыщающей энергией. Возникни, пламя! Зачем мне куры, огород, хата, коза? Как хорошо без всего этого. Я без деда не пойду. Дедушка, идем отсюда. Кто? Пойдем. Куда? Идем, идем. Кто? Тихонько, Семен Владленович. А? Куда? Что это было? Морока какая-то нашла. Задремал, что ли? Быстрее, быстрее. Он начнется, станет нас искать. Бросьте меня, старого. Спасайтесь сами, ребята. Дедушка, ты хоть и умный, а говоришь такие глупости. Идем быстрее. Да не могу я быстро.
Ну, шустрики, меня обвести решили. Ну, ладно. Давайте быстрее, уже рассвело. Пан закроет границу. Ай-яй-яй. Как же вам не стыдно? Я с ними любезничаю, стараюсь угодить во всем. А они убегают. Вот что? Действительно никогда не пороли. Лучший метод. Ибо не труд сотворил человека, а розги. А я все равно петь не буду. Знаю, по приказу ведь и птички не поют. Я ведь тоже занимался музыкой, живописью, поэзией. Я ведь тонкий эстет, я все понимаю. Я бы не стал с тобой возиться, если бы мог заставить. Ибо настоящий талант от насилия умирает. Если понимаете, так отпустите нас. Вы всех подбираете, кто под руку попал. А зачем вам люди? Я же властелин. А если никого не будет, над кем же я буду властвовать, а? Да чего смешно. Но мы же хотим домой, нельзя же насильно. А кто вас держит? Идите, идите. Прощайте, ваша милость. Я с ним схвачусь, а вы перебегайте. Стоп, 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 стоп. Не надо крови. Не люблю. Ну, дед, не ожидал. Прямо герой. Ого. Новую каверзу придумали, ваша милость. Граница? Вот она. Идите, идите. Да что это? Истекло времечко. Граница закрылась. Вы совсем не ваша милость, а противный и вредный старикашка. Но зачем так грубо? Ничего личного. Так говорят киллеры в наших сериалах. Не знал. Ну что вы так рветесь обратно? Я же дарю вам бессмертие. Что может быть дороже? Ну, деда вашего я еще могу понять. Ему козу доить надо. И сено накосить. Самый покос. Огород, куры. А грибы пойдут, ягоды. Что ты, мил человек? Лето зиму кормит. У тебя, Мирон, тоже куры. Ты о чем думаешь сейчас? О мамке с папкой. Как они там без меня? И без Юльки. А ты? Илья? Полагаю, оставаться мальчиком скучно. Надо закончить школу, потом институт, защитить диссертацию и сделать открытие. А именно, разгадать возможности перемещения из одного измерения в другое. Это будет так же просто, как из комнаты в комнату. А я не хочу без публики. Что за публика тут у вас? Каждый сам по себе.
И ты хочешь покорить людей своим пением, чтобы все восхищались твоим голосом. Ладно. Только вот принцип у меня. Если не мне, то никому. И что? Я забираю твой голос. Подумай, я еще могу вернуть его в обмен на свободу. Убирайтесь. У вас 3 минуты. Вон! Идем. Илья, подожди, а как же Виктор и Мирон? Сколько им было, когда Янка Мавр написал про них книгу? Им было по 12, когда они попали на остров. А с тех пор прошло больше 80 лет. Даже не знаю, что будет. Ну? Я платок забыла за мостом. Я быстро. Кто быстрее? А как же хлопцы? Догонят. Они нас бросили. И правильно сделали. Дурачки. Они вас спасли. В том мире вас уже давно нет. Пойдем, Михайло. Не понимаю. Не понимаю, Михайло, чем манит их эта смертная жизнь? Болезни, лишения, страдания, а им все нипочем. Они плачут и смеются, теряют и находят, падают и поднимаются, и спешат, 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 чтобы спеть. Чтоб добиться, чтоб постигнуть. Неужели только смертные знают подлинную цену жизни? Не понимаю. Не понимаю. Тоска, Михайло. Тоска. В школе расскажу, ведь мне никто не поверит. И мне никто не поверит. А пусть через год они придут поздравить пана с днем рождения. Зато у нас было настоящее приключение. Мне ребят жалко, они ведь тоже домой хотели. А мне Витька понравился, и Мирон тоже. Литературные герои не умирают, пока мы читаем книжки. Знаешь что, Юль? Что? А ты голос попробуй. Ты же слышал, я пробовала. Не надрывай сердечко, внученька. Лихо проходит, а жизнь остается. В жизни столько дорог, только выбирай. Придет оно к тебе, счастье твое. Куда оно денется? Не утешай меня, дедушка. Я что, маленькая? Вот, цветы из чуда острова. Они приносят счастье. Придумывай. Я уже примирилась, Илья. Ну, я подумал, что пан маг-волшебник там у себя. А тут он никакой не маг и не волшебник. Так что давай.
спустя. Нам его не забыть и присниться не раз колдовской чудо-остров. И как после него только стали милей нам родные края, где уютно и просто вся наша жизнь полна чудес. Они повсюду, несомненно. Весь наш огромный шар земной, зеленый остров во вселенной, остров чудес. И на этой земле ждут нас всех впереди тайны будущих дней и пути.